Сегодня 10 февраля, а это значит, настал день открытых дверей у нас в Американском университете в Центральной Азии. Многие абитуриенты и их родители пришли узнать побольше о нашем университете. Так давайте же посмотрим, как все это проходило. Как тебе наш кампус, вообще в университет в целом? Отлично, прекрасно вообще, можно сказать. Классный университет, здесь можно саморазвиваться, заниматься, здесь можно целыми днями здесь просто проводить и учиться. Как тебе вообще презентация и день открытых дверей у нас в АУЦА? Презентация очень-очень классная, очень познавательная, узнала очень много нового для себя, мне очень нравится. Вот. Здорово, и определилась ты с факультетом? Я думаю насчет управления бизнесом. Почему бы вы хотели, чтобы ваш ребенок поступил в АУЦА? Ну, во-первых, я наслышана о результатах образования. Во-вторых, ну, подход, наверное, интересный здесь, самих педагогов. Вот это мне нравится. Вот как прошел наш день открытых дверей. Мы рады были видеть всех гостей в нашем замечательном кампусе. А всем абитуриентам мы желаем удачи на вступительных экзаменах. С вами была команда АУЦА ТВ. До скорой встречи!